Остановка на Кале Мошелор запрещена. Столичные власти распорядились запретить импровизированную остановку для пассажиров неподалеку от кругового движения напротив Северного автовокзала. Однако самих кишиневцев решение мэрии не обрадовало. Говорят, так удобнее, да и с тяжелыми сумками. До ближайшей остановки не добраться. Подробности смотрите далее. Желающим добраться до центра столицы от Северного автовокзала придется идти до ближайшей остановки. На круговом движении, где до недавнего времени останавливались маршрутки, отныне стоянка запрещена. Пассажирам придется идти почти 200 метров до этой остановки общественного транспорта. Вот сами кишиневцы говорят, что так неудобно, учитывая, что с собой у многих тяжелые сумки. Это самое лучшее место. И если ее вообще убрать, то куда народу идти? Просто на остановку туда или обратно возвращаться? Человек с сумками приезжает с любой точки Молдовы или с другой части откуда-то там и должен пешком идти? Неправильно это. Люди ждут подолгу. Пусть делают поближе остановку, чтобы всем было удобно. Вот здесь что-то опять строят. Пусть построят для людей. Другие согласны пройти дальше, но дожидаться нужного транспорта в безопасности. Вам здесь удобно? Это рискованно. Со всех сторон машины, для детей и пенсионеров, которые переходят здесь, особенно опасно. Нужно обустроить остановку. Люди приходят сюда, потому что уже привыкли. А вот водители маршрута говорят, что на прежней остановке никакого запрещающего знака пока не установили. Я не согласен. На противоположной стороне никто нам не уступит дорогу, и мы будем стоять в пробке. Но если нет, пусть не оставляют тут машины. Всем нужно. Кто-то с сумками, кто-то с ребенком. Пусть уберут отсюда машины. Можно проехать, можно сделать остановку. Накануне во время оперативного заседания муниципальных служб Юан Чубан заявил, что остановка напротив автовокзала незаконна и ей там не место. Там, где ждут люди, в том кармане, там незаконная остановка. Микроавтобусам запретят на этой неделе. Они будут ездить как общественный транспорт и объезжать улицу. Городоначальник призвал кишиневцев и гостей столицы не терять время понапрасну, поскольку импровизированная остановка на Кале Мошелор навсегда останется в прошлом. Водителям маршруток отвели 10 дней, чтобы приспособиться к нововведениям.